10 килограмм происхождения Испания персиков, 5 килограмм происхождением Великобритании, ну, Англии. Значит, уничтожение будет проводиться, значит, специализированные печи, значит, за нами расположены, значит, на территории Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории. Значит, уничтожение будет проводиться в присутствии двух незаинтересованных лиц. Прошу. Сегодня указ этот вступил в силу и начал действовать, и мы находимся в нашем саратовском отделении Россельхознадзора, смотрим, как этот указ выполняется. Считаю, что эта мера необходимая, и хорошо, что она принята. Это позволит прежде всего дать возможность нашим российским сельхозтоваропроизводителям сбывать и продавать свою более качественную экологически чистую продукцию. Второе, это уменьшит некачественную продукцию, ввозимую из разных государств. Как мы сегодня увидели, этикетка стоит одного государства, а ввозится она из другого государства. И это все равно улучшит конкуренцию нашей продукции в торговых сетях, в торговых предприятиях на территории Российской Федерации. Поэтому эта мера необходима, полностью ее поддерживаем.